В особой экономической зоне Тольятти идет сдача в эксплуатацию объектов инфраструктуры второго этапа. Об этом сообщили в пресс-службе. На этой неделе пройдут заседания рабочих комиссий по приемке хозяйственно-бытовой и ливневой канализации. После согласования всех документов и устранения технических вопросов будет приниматься окончательное решение о выдаче разрешения на ввод. Напомню, строительство второй очереди началось в 2015 году. Общая площадь застройки 246 гектаров.